Всем привет, дорогие друзья, сегодня с вами Никита Ванкевич, и мы с вами продолжаем играть такую игрушку под названием Astroneer. В прошлой серии мы с вами вот сделали вот все вот это вот добро наше, то есть уже более-менее разобрались, что как работает, что как крафтить, вот. Исследовали немного территории вокруг дома, нашли какую-то, блядь, сферу, которая хер пойми, что делает и вызвала вот эту херню у нас в небе, и там я вижу планету. Нашли всякие вот эти вот фонарики, вот это... Я не понимаю, вот это что, прожектор, нахуй он нужен? Типа, нахуй он типа нам нужен, потому что пусть дома лучше освещает, у нас свой фонарик есть. Так... Надо вспомнить, что нам нужно. А в прошлой серии мы что-то напоследок вон там что-то сделали. Как я и сказал. Блин, да что тут чешется-то? Нашли какую-то херню, вещи, вот. Поняли, что мы здесь не одни. Так, ну нам надо, как я понимаю, посмотреть, что у нас за задание. То есть вспомнить. А, сначала надо еще награду, кстати, взять. Потому что мы с вами же... Ой, мы с вами средний-то принтер. Поняли, как крафтить? И скрафтили его, вон он стоит. Он, кстати, темнеет как раз. Что это такое? Большая платформа, а, нихуя. Это энергию при подключении к сети генератор, который обеспечивает кислородом. И куда тебя... Ну давай куда-то сюда тебя, потому что не в одном же месте все ставить. Нихера себе, она огромная. Хотя нет, да, иди сюда. Иди. Пусть тут стоит. Как крутить-то тебя? Ладно, пусть тут стоит, принц. Она, в принципе, не мешается. Сейчас просто вот так вот сделаем. Вот, чтобы работало. И... Ну и все, в принципе, тут больше ничего ставить-то и не нужно. Остальное просто нахуй, реально. Дальше смотрим, что у нас по заданию. Я в прошлой серии говорил, что поиграю вне записи еще, но я так и не поиграл, я не знаю почему. Чего я сделал? Я какие-то опять байты получил, я вообще нихуя не втыкаю. Напечатать камеру для исследования. Так. Плавление металла. Разблокируйте и напечатайте плавильную печь. Очистите латерит и получите алюминий. Очистите латерит и получите алюминий. Минералы часто можно найти в недрах скалистых участков и очистить в плавильне. Ага, нам надо плавильную печь. У тебя есть плавильная печь? Плавильная печь. Нет, у тебя нету плавильной печи. Значит, это вот в большом принтере надо. Камера. Вот, камера, кстати, для исследования. Камера, большой принтер. Принтер. Это что нам надо? Три смолы нам нужно. А я по-другому. А тут нет, а как скрафтить вот эти камеры? Блин, у нас и смола закончилась. Ёб твою мать. Что делать? Ну и чё ты не дотянулась-то? В смысле? Это уже соединение нужно. Блять, и соединения у нас не хватает. А чё я крафчу, кстати, я забыл, блять. Сука, пиздец, у меня память. Да чё у меня с горлом-то? Блять, отпустись. Открыть.
А, открыть это типа все, я понял. Это типа зафиксировать можно. Чтобы если что, случайно не поднять и так далее. Ладно. Так. Камера для исследований. Давай крафтим. Я надеюсь, я правильно все крафчу и просто так зря ресурсы не потратил. Ну-ка, у нас светит? Да, наш у прожектор, кстати, хорошая тема. Прям все хорошо так светит здесь. Я надеюсь, что в этой игре монстров нету, потому что я не знаю, как отбиваться. А почему у нас? У нас батарейка села, все, пиздец. Оно крафтится или чё? А что так долго крафтится? Чё он такое громадное-то? Ну пока она крафтится, погнали туда что-нибудь поисследуем. Или вот этот смолу добудем. Блять, трава нам, конечно же, так нужна. Оргина, блять. А что ты делаешь? О! С этой хуйни мы же байты, блядь, получаем. Так, ну возьми, просканируй, пожалуйста. Я не знаю, для чего байты эти нужны, но я их соберу, чё бы нет. Чё бы нет. Это что у нас тут на дереве? А, вот с камерой нужно как раз исследовать, которую мы кра... О, еще что-то нашел. Опять какая-то база. И в ней деревья вросли. Да что ты, блядь, делаешь? Я еще нихуя не понимаю. Он мне, блядь, это... Средняя солнечная панель для генерации энергии. О, это нам надо. Быстрее, бежим, бежим. Мы умрем. Мы, блядь, умрем. Просканируй, пожалуйста, мы умираем. Нет, задыхается, нет. Пиздец. Быстрей! Не, ну все-таки хорошо, что дают типа время. А, мы не можем бежать после этого. Так. Солнечная панель. То есть благодаря ней мы сможем вырабатывать. Мы сможем. О, все. Скрафтилось, слава богу. А это надо куда-то. Опачки. Средняя солнечная панель для генерации. Я понял, вот эта вот маленькая батарейка, я понял, она нужна для того, чтобы на расстоянии пользоваться ей. Вот. Ее вот так вот подзаряжаешь от нашего дома и с собой несешь куда-то в пещеры, вот, все. Поэтому эту батарею лучше вот так вот не использовать. Ой. Да, блядь. Вот так вот сделали. Вот, и все, и напрямую. А вот эту батарею мы, типа, если что, будем в пещеры брать. А, подожди. Распаковать. Ну, давай куда-то вот так вот. Ёб твою мать. Смотреть. И что это? Нажмите клавишу, чтобы начать исследование. Чего сюда поместить-то надо? А, преобразуйте предметы для исследования и ресурсы в байты. Вот я видел там вот эту херню какую-то там на дереве. Ее надо было этой камерой исследовать. Но как? Ага. Блять, что так столько тяжелое-то, я не могу понять. Вот так быстрее. А! Во! Можно нести даже вот так вот.
Ну-ка. Ну, короче, это исследовательская станция, можно так сказать. А чего? Давай. Ну. Ты сканируешь или чё? А, чтобы их играть. Ну а дальше что? Или это типа время нужно? Что делать-то? Что пиликает? Что за пиликало? Вот это вот что такое? Малый принтер. Ага. Упаковщик. Опора. Ширение экстренной сети после подключения. А, это типа инструкция, типа как крафтить, что для чего нужно. Блядь, что-то много всего начали крафтить. Так. Награда. Можно взять маячок какой-то, берем. Отойди. Угу. Предмет для исследования. Изменяемая метка компаса для упрощения навигации. А, я понял. Ну, это, короче, чтобы не потеряться. Места всякие не потерять. Ну, как по мне, блядь, ну не нужно. Не нужна нам эта херня. Дальше у нас по заданиям. Ебать. Плавильная печь. Агируйте и напечатайте при ликвидации бура. Напечатайте и подключите малый генератор для питания сети. Малый генератор, где можно скрафтить? Малый контейнер. Малый контейнер. Сид план хода, малый контейнер. Так, тут ничего нельзя скрафтить. Камера для исследования, большой принтер. А это у нас... А, это средний принтер. Большая платформа, большой принтер. Три соединения нам нужно. Давайте, короче, большой принтер соединим, потому что, ну, больше нельзя ничего крафтить. А это, чтобы нам скрафтить его, это нам нужно добыть соединение. Так. Добывайся. Добывайся. Вообще на изи. Вообще на изи. Чё оно у меня пиликает-то? Чё пиликаешь-то? Пиздец, мы тут с вами яму вырыли. Пиздец. А можно как-то эти ямы вообще заделывать? Оп, в твою мать. Кислород, кислород, кислород. Так. Да что ты мне тут открыл-то? А, так можно и не выгружать, можно сразу у себя брать из рюкзака. Бля, я, конечно, удачно поставил.
А, тебя, может, подключить надо, слышь? Точняк, тебя подключить надо было, блядь. Я тупой слишком. Так, ну давайте посмотрим, что там просканировался он. А-а-а! Вот тут пишется энергия, я так понимаю. У нас слишком много энергии потребляет, видите? У нас типа энергия вообще на исходе почти. Я так понимаю. Я вообще не так понимаю. Ну-ка, а куда ты? Это вот что, 6 минут типа будет? Сколько? 20 минут? Вы что, ёбнутые? Какие нахер 20 минут-то, я не могу понять. Ты просканировал? Блядь, что ты так долго сканируешь-то? Так вот это, а чуть-чуть туда-то двинь, мешается. И вот это нахуй, она все равно, блядь, тут не нужна. Это вообще, конечно. А-а-а! Больше всего энергии вот эта хуйня, я походу понял, тратила, видишь? А, нет, я понял. У нас же энергия работает на солнце, я так понимаю. Да, видите, вот эта вот хуйня, она же работает только на солнце. Она плюсом нам дополнительную энергию дает из-за солнца. Вот, была ночь. И да, и вот эта вот хуйня еще много энергии занимала. Теперь вот, да, 4 минуты, блядь. 20 минут, а то... Ебать, тут еще вот так вот от энергии все зависит. Это реально прикольно сделано. Так. Большой принтер. Куда столько, я не могу понять. Нам еще нужна большая платформа. Короче, вот малый принтер нам все равно нахер не нужен, поэтому его можно отсоединить и все. Ну-ка, подожди, дай-ка. Это тебе тоже надо подключать, блядь, что ли? Серьезно? Тут все подключать нужно. Ну, подключил, и что? А, нихера себе. Я вообще в ахуе, как это все работает. А нам еще большую платформу надо создать, потому что не хватает. Так, нам нужна смола, смола, смола. Фастом, 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 бежим за смолой. Нам еще, нам кучу таких тогда платформ требуется. Так, собираем, собираем, собираем. Блять, тут реально камера очень неудобная. Собираем, 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 собираем. Ну, столько хватит. Я вот не понимаю, как из этих контейнеров доставать наши эти. Или типа просто так можно к контейнеру подойти. Ебать, у меня тут уже FPS проседает. Так. Еще две платформы можем создать. Я еще две больших платформы создам. Блять, оно, конечно, крафтится очень долго. Это ебанешься. Чего? Пошлите дальше, пока прогуляемся, похуй. Это что такое? А, это трава. Я так понимаю, вот эти байты, они все-таки... А, тут еще смола, кстати.
Просто погуляемся, побродим, пока крафтится, поизучаем территорию. Я не знаю, как эту траву, конечно, убрать, но похуй. Найдите... Чего там было? Ты куда скатываешься, ёб твою мать? О! Блять, нет. Подожди. Найдите... А, вот это надо найти. Быстрее. Быстрей! Что там делаешь? Построилась? Ебать, у меня уже FPS реально проседает. Так, ну нам надо туда дальше построиться. Нам нужно по-любому дальше туда простроиться, потому что там что-то есть. А я долго без кислорода не могу находиться. Так. Хорошо. Ой, все, у меня рили уже все, FPS реально меньше и меньше становится. Из-за того, что я там понастроил, из-за того, что там света до хера и больше стало. Мне кажется, хватит. В принципе, до отсюда вот добежать. Как нехуй дел. Здесь у меня это в камере для исследования, жажда знаний. В принципе, добежать реально изи. Еще дырочки какие-то. Так я тебе говорю, здесь не только я, блядь. Исследует пособие. Чтобы открыть, восполнить внутренний источник питания. В смысле, а как тебя? А, сюда генератор придется нести. Пиздец, быстрее, быстрее, сейчас задыхаться буду. А тут можно, кстати, реально на этих тачках гонять или чё? Да. Не, всё-таки давайте я полностью, блядь, сделаю, чтобы нормально исследовать. Чтобы нормально исследовать, я сейчас полностью тут дорожку... Да хватит скользить-то, пожалуйста. Сейчас нормально дорожку эту возведу. Если что, я пробовал, типа, взять не по одной штучке, а сразу много этих опор. Не получалось. Я пробовал в прошлой реально серии полностью все вот эти опоры взять, но не получалось. Вот, я даже сейчас пробую. А, теперь смог, блядь. Кто знал, что надо, блядь, ее было откопать? Вот серьезно, кто знал, что надо было откопать? Сейчас бы, блядь, на изи, сейчас быстренько бы все сделал. Вот так вот, блядь. На Т буковку нажимаешь, и у тебя тут хопа и опора. Опа. Я не вижу. Да я не вижу. Бля, все, опоры закончились. Ну, в принципе, тут добежать можно. А, это утиль только. Опять это музыка. Все, тут больше ничего нечего изучать. Ну, смолы тут, кстати, много. Получено еще 2000 байтов. Нахер мне эти байты? Вот это что такое? Ну, короче, это органика. Это нам нахер не нужно. Сейчас вниз будем спускаться. Сначала нам нужно принести ту херню, чтобы
активировать эту капсулу и открыть ее. Давай, быстрее. У нас там еще как раз принтер у нас скрафтил. Вообще игрушка охеренная, меня все захватывает в ней. Давай скользи. Это вот это баг, типа, что он так долго скользит. Так. А, ее можно вот так вот тоже за спину брать. Серьезно, вообще изи тогда. Почти все можно себе за спину тупо делать. Носить на спине, на своем рюкзачке. Жалко, что тут летать нельзя. Как типа на Луне. Вот так вот прыгаешь, и ты... Ой, или нет, тут в принципе есть что-то такое похожее. Но все равно. Не то, что я ожидаю. Так, давай. Да еб твою мать, уйди. Все, ты у меня подзаряжена. Поэтому... Опа. Да пиздец. Ты смотри, у меня много в этом генераторе, не жри. Да, это типа такой переносной генератор. Оп. Соберите и след пособия Еха. Так, все, не трать мне ничего. И чё? Образец для исследования, технология просканировать. Оно найдено след. И это все. А что с этой хуйней делать? Блять, кислород! Пиздец. Слава богу, что, блядь, я слышу, как он задыхаться начал. Так, все, погнали. Так, это обратно забираем и спускаемся вниз. Ой, нихера себе. Ой, ёб твою мать. Пиздец. Сейчас бы не выбраться отсюда, ага. Охуели. Не, в эту нам пещеру еще рано идти, потому что у нас еще нету столбов. Давайте, кстати, пойдем на зимний биом. Посмотрим, что там у нас. Вот так вот быстренько, одним глазиком. Сбегаем, посмотрим, что у нас там. Тоже яма какая-то, хуй с ней. Что интересно будет в зимнем биоме? А, ну мы не замерзаем. Ага, я это поместить сюда не могу. Пиздец. Чего? Угроза. А, опасность. Ага, понятно. Это что? Опять байта. Блядь, да кислород этот заколебал уже. Вот эта красная херня, так понятно, нас убивает. О! Тут еще какая-то херня. Рядышком. Ну-ка. Предмет для охраны энергии. Я вообще не понимаю, куда я его втыкаю. Утиль. А, ну все, тут больше ничего не надо нам. Ну, кое-что новенькое нашли, уже хорошо. Так, так. Ты просканировала мне? 20 секунд осталось. Я не понимаю, для чего эти малые контейнеры нужны, вообще не понимаю. Так, ты пока тут стой. Так, или тебя можно запихнуть куда-то. Так, она просканировалась, подожди. Что ты опять мне сканируешь?
Нахуй ты это, блядь, сканировать взяло, сука, кто тебя, И чё, я просканировал вот эту хероборину, нахуй я ее сканировал, если, блядь, мне ничего толком это не дало. Это что такое? А, так это маячок, блядь, нахуй он мне нужен. Расходный предмет, увеличивающий маг запас энергии. А, ну, в принципе, полезно, полезно. Так. Пусть это нахуй все тут лежит. Нахер оно мне здесь надо. Так. Что, напечатать малый генератор для питания сети. Так, подожди, у нас же скрафтился. Большая платформа скрафтилась. Да, и большой принтер надо подключить на нее. Блять, как же... А все, солнце село, у нас сейчас энергии хватать не будет. Ну, не, пока есть. Убежище! Пластик. И все. Я, блин, это строил не ради убежища, ёб твою мать. Это не могу, да? Это, блядь, но она выглядит как вот это. Я серьезно не могу даже это. Нет. Так, ну давай сохранимся. А все, я больше не знаю, что делать. Потому что... Задания опять непонятные. Я, в принципе, все, что мог, скрафтил. Активно. Откройте для себя камеру перехода. Свет дали. Найдите одну из странных конструкций, проецирующих столб света. Что это такое, блядь, было? А, разблокируйте и напечатайте плавильную печь. Так, ребятки, вот я отошел вот в эту. Да, блядь, да куда камера-то? Я отошел вот от дома вот опять к этой херне. Я тут за этим небольшой горочкой или что это, камнем, нашел вот это еще что-то. Динамит. Ебать, это что мы взрывать будем с вами? Ладно, я пошел дальше исследовать. Если что интересно найду, я опять включу видео. Классно, ребята, у нас первая смерть, блядь. Пиздец. А как сделать так, чтобы не только засасывать можно было, но еще и наоборот высасывать? Ага. Вот, я понял, походу. Это надо сначала землю, наверное, всосать, да? Или как? А что теперь-то земля не всасывается-то? Видите, как можно было так проебаться? А, пиздец, блядь, я с паузы не ушел, ёб твою мать. Я не знаю, записался ли там. Короче, ребят, если что, пересказываю. Я сдох два раза, в какую-то пещеру провалился.
в какую-то пещеру провалился, пошел туда, второй раз сдох, блядь. Мне пришлось опять бежать туда свои вещи забирать. Нашли там вот эту постройку еще одну. Вон там вот постройку еще нашли. И из этого всего добыли вот этот средняя ветротурбина. Вот эта маленькая ветротурбина. И нашли вот эти два динамита и... Что еще? А, и вот эту вот капсулу с вами нашли. Но с ней мы ничего не... Сфера предлагает отличные возможности для... обогащение игрокам, востронирует другим. Вот, то есть мы можем в нее сесть. А! Я только сейчас понял, что на ней кататься, блять, можно. Пиздец! Я думал, это просто типа хуйня, чтобы скрафтить что-то. А это, оказывается, на этой херне можно кататься. Только сейчас при вас это понял. Я просто садился в нее и думал, а, нихера себе, кислород дает. Оказывается, она еще и плюсом на ней ездить можно. Это наш первый транспорт, ребята, мы можем путешествовать. Блять, пиздец. Ну, а это мы будем делать все в следующей серии. Так, подожди, награды. Нам это только байты дало. И все, больше. Я еще вот такое кресло скрафтил, новое задание. Но оно. На нем нельзя кататься. Вот на нем, да, вот на нем я пробовал, на нем надо что-то крафтить. Пиздец. Все, я сегодня с вами был Никита Ванкель, чтобы была игрушка Астронир. Сегодня мы еще много чего понакрафтили, сделали. Но, блядь, первые серии, они такие более скучные, потому что, ну, надо все ко всему привыкать, все понимать, вот это вот все, как все работает. На изучение много времени тратится. Вот чтобы вот такую вот линию из этих штук, опор сделать, тоже надо достаточно нехило времени потратить. Потому что вот постоянно путешествовать и ставить опоры, потому что они еще и плюсом заканчиваются, это реально сложно. Все. Как я уже сказал, сегодня с вами был Никита Ванкевич. Все, всем пока.